Добрый день, Елена. Я вас приветствую в нашей школе Сан-Гейтс. И сегодня я хотела с вами поговорить о вашей уникальной, можно сказать, методике, о вашем методе, который называется психологический дайвинг или глубинное погружение. Вот скажите, пожалуйста, что такое психологический дайвинг и как давно вы им занимаетесь? Добрый день. Психологический дайвинг – это моя авторская методика, которая пришла ко мне где-то год назад, и благодаря которой мы можем работать на очень глубинном уровне, работать с разными вопросами, но самое главное, что мы работаем на очень глубинном уровне подсознания. Угу, понятно. А с какими проблемами можно работать с данной методикой? Ну, с данной методикой можно работать совершенно с любыми проблемами. Это как с тяжелыми эмоциями, с минусовыми, это гнев, агрессия, обида, чувство вины, панические атаки, депрессии. В общем, все-все, что обида, человеку... Наверное. Да, обида, конечно. То есть все, что человеку мешает, создает, утяжеляет его жизнь, мы это можем с помощью вот этой методики, мы можем это увидеть, понять вот эту ценность вот этого, прямо увидеть изнутри и отпустить, то есть не через борьбу, а через принятие и через благодарность. То есть это единственный метод, который я нашла, который реально быстро, продуктивно, качественно и результативно работает с разными видами вот этих тяжелых эмоций. То есть мы реально за одну встречу или одну консультацию можем отпустить, трансформировать одну вот эту эмоцию. Угу. А вы работаете именно этой методикой как индивидуально, так и в группах? Да, то есть я работаю индивидуально. Если мы берем в индивидуальном порядке эту методику, то мы можем благодаря этой методике проработать абсолютно любой вопрос, запрос, который есть в вашей жизни. Это и здоровье, то есть любую причину, любого заболевания, причем мы ее не думаем об этом, мы прямо видим не только причину, видим и точку вот как бы на судьбе, на линии судьбы, где эта эмоция возникла и из какой эмоции возникло вот это заболевание, и мы можем эту эмоцию трансформировать и, соответственно, запустить оздоровление. Абсолютно то же самое с отношениями. Абсолютно то же самое. Если у вас есть какой-то вопрос по отношениям, проблемы с мужчинами, мы то же самое можем найти причину, по какой причине у вас возникает эта проблема или часто повторяющиеся ситуации в жизни. То же самое. Также по бизнесу. То есть, например, почему не идет бизнес? Или вот это тот самый потолок, почему я убираюсь в потолок и не могу пройти выше? Есть, угу. Здесь тоже во всем есть причина. Причиной является какое-то чувство или эмоция. И мы прямо непосредственно видим, что это, можем понять, когда оно возникло, и это убрать. И у нас открываются совершенно новые рубежи. Вот. А группы? А группы из скольки человек? То есть сколько человек максимально вы берете в группу для проработки какой-либо негативной эмоции? Угу. Мы работаем малыми группами, но когда мы работаем с группами, мы работаем непосредственно с какой-то общей эмоцией для группы. То есть это либо обида, либо панические атаки или страх, либо чувство вины, либо гнев, агрессия, либо депрессия, разочарование. То есть мы берем одну эмоцию для всех участников и прорабатываем ее уже вот с группой в малых группах до 5 человек. Угу, в малых группах до 5 человек. Да. А чем ваша вот непосредственно вот эта вот методика отличается от просто методика обычного психолога? Ну вот, психолог. Психолог, он как работает, как работаете вы? Угу. Психологи работают в основном с умом, то есть с сознанием. Я работаю с подсознанием, психотерапевты тоже работают с подсознанием, но в моей методике есть
такой элемент некого волшебства, не побоюсь этого слова, потому что эта методика ко мне пришла где-то в районе года назад, и в процессе вот этого психологического дайвинга, то есть как он происходит, я расскажу, наверное, сам процесс, да? Ну, давайте, да. То есть мы в моем поле, то есть мы заходим в поле, можно сказать, как в поле энергетического рентгена, можно так сказать. И учитывая то, что я 20 лет практически живу такой закрытой жизнью, ну, видимо, у меня все равно высокие вибрации, и через меня идет поток, то есть это не я, это через меня идет вот этот поток, и в этом потоке мы с вами можем увидеть вот эти все эмоции в виде образов. То есть мы прям непосредственно видим вот эти структуры или сущности, которые и представляют вот эти эмоции. Мы можем их сначала увидеть, найти в теле, увидеть их, выделить из себя. Самое главное, моё уникальность, наверное, вот этого процесса психологического дайвинга, что я вас провожаю просто по вашей жизни, и мы с вами находим точку, где создалась вот эта эмоция. Это, наверное, самое важное. Потому что, в принципе, эмоции с образами работают многие, а мы работаем вот с этим образом и находим, где он родился, когда вот эта эмоция создалась. Дальше мы смотрим ценности, то есть что эта эмоция принесла вам полезного в жизнь. Казалось бы, обида, агрессия, какая там польза. Но мы с этой эмоцией разбираемся с точки зрения полезности для вашего развития. Не полезности, что она вам приятна, нет. А что вы получили для вашего духовного роста благодаря тому, что вы прошли через эту эмоцию. И мы очень подробно смотрим всю вашу жизнь с того момента, когда эта эмоция создалась. А как вы работаете с группой вот непосредственно? Вы работаете в целом сразу со всеми людьми или как вообще это вот обстоит? Нет, мы берем вот непосредственно настраиваемся на вот это поле, и каждый включен вот в это общее поле. Потом мы у каждого, каждый смотрит свою эмоцию, находит, где она у него находится, находит ее вот эту структуру или образ, выделяет ее, и дальше я каждого сопровождаю по отдельности, пока один человек смотрит, где у него это находится, и непосредственно взаимодействует с этой эмоцией. Я работаю с каждым человеком, мы с ним вместе проходим вот эту всю его историю, находим место, где зародилась эта эмоция, смотрим ее прохождение, ее пользу. Потом, когда мы понимаем уже, то есть у каждого у этой эмоции свое предназначение. Вот эта эмоция приходит к каждому человеку, чтобы что-то для него принести. И когда мы с каждым видим вот это предназначение его эмоции, проходим с ним по всей жизни, вот с этой эмоцией, и мы ее благодарим, и эта эмоция растворяется, потому что когда мы поняли ее значение, мы ее поблагодарили, и она трансформируется. В итоге вот что это получает человек в результате вот вашей совместной работы с ним? Человек получает необыкновенно чудесное освобождение, потому что вот эти все эмоции, они мало того, что являются очень тяжелыми, они являются как кирпичами на движение энергии, то есть из-за вот этих тяжелых эмоций, что мы самого сложного в них, то, что они находятся в нашем теле, они блокируют определенные энергии, все абсолютно тяжелые эмоции работают так. У нас здоровье, естественно, страдает, потому что энергия у нас не проходит из-за вот этих эмоций. У нас страдает и наша реализация, потому что любые вот эти тяжелые эмоции, но они, представляете, как просто камни вот в вашем теле, которое должно двигаться вперед легко, а оно как в дирижабле вот эти камни. И вы пытаетесь вот с огромным-огромным усилием преодолевать какие-то рубежи. А мы их отпускаем,
и вы получаете совершенно другие возможности. Да. Освобождение и другие чувство возможности. Чувство легкости, наверное, да, получается, вот клиенты у вас, наверное, говорят, необыкновенное. Что чувство легкости, наверное, да, вот, потому что это да. же все минусовые эмоции, они же все-таки нас, ну, вводят в разные состояния, но тоже минусовые. Очень тяжелое состояние. Скажите, пожалуйста, вот напоследок еще вопрос, а в чем уникальность вот вашего метода и чем он отличается от других методик? Ну, сейчас специалистов очень много. Уникальность моего метода заключается в том, что, первое, вы можете вместе со мной видеть эти все эмоции. Второе, в том, что вы за одну сессию вы можете освободиться от одной эмоции. Порой люди ко мне приходят, которые с этими эмоциями живут, мучаясь годами, там, например, с паническими атаками 7-10 лет. А мы, благодаря тому, что у меня есть такая вот возможность увидеть и показать вам, почему он называется дайвинг психологический, потому что я вас, как сталкер, провожу по вашей жизни только в глубине, и вы сами все видите, потом сами видите ценность и пользу этих эмоций, и с благодарностью мы эти эмоции отпускаем. То есть порой бывает то, чем человек мучился 10, 15, 20 лет, мы имеем возможность, благодаря вот этому потоку, в котором я работаю, который проходит через меня, мы с вами можем освободиться за одну встречу. И вы чувствуете не просто легкость, вы чувствуете совершенно другое, обновленное состояние. Как у меня одна клиентка сказала, космос внутри, и у вас вырастают крылья, и у вас совершенно вообще другое состояние. Угу. Хорошо. А, значит, малыми группами вот непосредственно на площадке Сангейтс у вас проходит вот ваша работа по понедельникам. Да, по понедельникам. Каждый понедельник. Да, по понедельникам. Еще раз мне хотелось бы повторить, с чем проходит работа. То есть это страх, панические атаки, обида, самые тяжелые эмоции, чувство вины. Гнев, агрессия, депрессия, разочарование. То есть это самые такие вот эмоции, которые не дают нам жить в настоящем, постоянно оттягивают нас в прошлое и мешают нам вообще жить, дышать. То есть они перекрывают нам жизнь. Вот, а мы освобождаемся и идем в жизнь совершенно в другом состоянии. Ясно, ясно, Елена. Вы уже непосредственно с слушателями, не знаю даже, как назвать, со слушателями Сангейтс, уже были у вас непосредственно в ваших занятиях? Вы уже, какие вот группы у вас были? То есть группа здоровья была, да? Да, мы работали со здоровьем, но со здоровьем у нас очень хорошо получилось, но все-таки решили делать это индивидуально, потому что нужно каждому больше внимания, да, потому что все-таки здоровье – это такая история, там вскрывается, вот как в прошлый раз ты спрашивал, то есть если бывает ли такое, что человек приходит, например, с одной эмоцией, ну, предположим, там, с чувством вины, а за ним стоит еще анфилада вот этих эмоций. Вот еще в чем тоже преимущество моей работы, как бы уникальность, в том, что мы, если у вас в этот момент вскрываются другие эмоции, мы последовательно освобождаем целую группу, целый паровозик эмоций, мы все их освобождаем, все отпускаем, и вы выходите вот в этой чистоте. Ясно. То есть... Все понятно. Все понятно, Елена, я вас благодарю. Будем, значит, смотреть, как у нас будут наши непосредственно клиенты, не знаю, как назвать-то, ваши кто? Участники. Они? Участники, люди, наверное. Да, вот. Как они будут освобождаться на самом деле. И, ну, в общем, мне добавить-то особо больше нечего. Давайте Но будем... Я хочу добавить еще, что Хорошо. С этой методикой я работаю год. И еще уникальность ее заключается в том, что она, первое, результативно, вы точно освободитесь от эмоций. Экологично, потому что я не, потому что мне многие задают вопрос, вы там как экстрасенс заходите в поле, я никуда в поле не захожу. Это очень легко, очень экологично,
не было ни одного человека, кто не увидел эту эмоцию, потому что это эмоция, которая живет внутри вас, и просто вот в этом потоке вы видите ее как в энергетическом, как энергетический рентген отработает. И это все достаточно легко, то есть в этом нету никакой тяжести, потому что многие люди боятся, там надо будет что-то рассказывать, что-то такое делать. Нет, вы просто приходите... Само по себе там рассказывается, да? Да, и вы все это видите, и я просто вас провожаю как в путешествии. То есть это мега интересно, потому что это как детективная история про вашу жизнь, которую вы видите изнутри со всеми причинами и следствиями. То есть это очень интересно, очень продуктивно и вообще очень ценно, потому что за вот этот проход вы совершенно иначе видите жизнь и можете выйти совершенно на другой ее уровень. Я благодарю вас, Елена. Хорошо, все я понятно. Я очень рада. Да, благодарю. Будем пробовать, будем смотреть, будем видеть результаты непосредственно у нас в нашей школе познания личности в Сангейтсе. Всего доброго. Да. До свидания. Всего хорошего.